Сегодня Верховная Рада обсуждает визит Джо Байдена, налоговые и бюджетные кодексы. Однако самый животрепещущий вопрос – коррупция. Депутаты сегодня должны принять законопроект 1165. Он предусматривает усиление роли общественности в борьбе с коррупционными преступлениями. Однако президент наложил на закон вето. Закон противоречит Конституции, считает глава государства. Мнение Петра Порошенко доносит представитель президента Степан Кубев. Он заявляет, по новому проекту активисты фактически выполняют функции прокурора, ведь они имеют право выступать в суде. Згідно Конституції, президент України не може порушувати Конституцію України і основний закон. Главу государства поддерживает оппозиционный блок. Народные депутаты тоже против законов, противоречащих Конституции. А вы считаете нормальным голосовать и принимать законы, которые нарушают Конституцию, нарушают законодательство? К сожалению, у нас очень много есть прецедентов, когда мы не руководствуемся нормой права в силу незнания таковой, а руководствуемся политической целесообразностью. Говорим о какой-то агрессии и революции достоинств. Вокруг закона разгорается жаркий спор. Главы парламентских фракций Олег Ляшко и Юлия Тимошенко считают, если документ не принять, хищение из бюджета продолжится. Який накладено вето, це єдиний закон, який реально давав право суспільству долучитися до боротьби з корупцією. Реально давав право людям піти в суд в системі приватного обвинувачення і добитися результату, якщо є докази корупції, митників, податківців, прокурорів, слідчих, кого завгодно. После выступлений и объяснений президентское вето закона депутаты не поддерживают. Однако и преодолеть его зал не может. Для этого нужно 300 голосов. В антикоррупционный день закон о противодействии коррупции так и не приняли. Парламент отправил дорабатывать проект в комитеты. Оксана Витер, Александр Маранюк, 17 канал.